Are you sure you won't come with me? I could use your help. We lost too many here. I need to get the wounded to safety. But when we're ready, we'll be right behind you. Your people are lucky to have you. What am I gonna find up there, Jacob? It was once a fortress. But like everything, it's fallen into ruin. Many of my people live up there. And they have no idea what's coming. Patience. I guess I should be going then. Be careful up there. You've been a great help to us. And I don't want to lose you. I will. Patience. They'll get to you soon. Ой, какой мужик, какой мужик, боже мой. А ты чё? How are you feeling? Is there anything I can do? No. We're just waiting to see the physicians. Ты хоть бы присел, я не знаю. I don't recognize. Just let me do the talking. Ну ладно, двигаем. Что такое? Почему? Это ж та гробница, в которой мы не могли попасть. Нет, это другое. Или та? Нет, там вот та. А, это вот это. Я объяснила просто по-божески. Подожди, стоп. Давай вот так. Это что-то как-то я теряю ее. Карта не передает расстояние, к сожалению. Ну давай ныривай там уже. Подозрительно светло тут. Что-то на выход похоже больше. А, ну да, все правильно. Это задание, а это гробница. Это не лук. Это дико не лук. Слушай, вот это я не помню. Some kind of burial chamber. Нито сейчас вылезет, гля. Здесь точно вылезет. Или это скелетное трио, я не знаю, одно из двух. На, получи, водопад долбанный. Калигула эти. Еще палками воду начнем, мы духа. Certainly meant to be decorative, but someone's been using it to carry grain. Ну что, уже что-то римское пошло. Так. Адреналин. Сразу просто совершенно бесшумного убийства. Вы кратковременно получается пониженный урон от ударов врагов. Неотразимый удар сбоку. Нет, спасибо. Сильно действующее средство. Сразу после перебинтовки ран во время боя вас не надо возвращать за защиту от урона. Ранний выстрел, это, конечно, здорово. Ну вот, кстати, вот добивающий дробовиком, учитывая, что дробовик нередко убивает с первого раза.
С другой стороны, ресурсы под конец игры. Напалмовые стрелы. Улучшите огненные стрелы, чтобы улучшить, увеличить радиус разлета огненной вспышки. Нет, длительность вот ядовитого облачка мне больше нравится. С дробовиком что-то мы не сильно подружимся, да? Предвестник. Как он выглядит-то хоть? Не, лучше по стариночке, ты знаешь. Давайте переоденемся. Мы же теперь свои прям практически. И время эбонитовой брони, я думаю. Хотя нет, 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 подожди, мы же еще вот то не носили, да? Где оно было? Вот это вот оплот надежды. Сперва в кольчужке побегаем. Будем потихоньку укрепляться. Она застряла немножко. Обделаюсь просто. Вот так всегда. Так хорошо шли. Не помню вообще, как это решается. Но, кстати, я тут была. Я помню это место, в принципе, вот эту лодку. Не помню, как решается, но я так и думала, что на последний обделаюсь. Да твою мать! Ладно, там с этой. Ой, ой, успела поставить. Ладно, с клава мыши. О, понятно. Не, забей. Она не может ее почему-то. Она почему-то ее не тянула против течения. Она вот застряла на одном месте и все. Очень странно, почему так. Она же должна против течения. Она же до этого там натягивалась против течения. Да твою мать! Против течения. А сейчас что вдруг перестала? Почему именно на последней она перестала, а? Это делать. А не работает так, если ты сразу... А, не работает. Не обязательно обрезать или ждать, пока она отъедет. Ой, хорошо. Я еще думаю, нифига себе, блин. Прям в полете, понимаешь, тут надо. А с другой... Ах, едите. Подожди, подожди. А, вон, вон, вон там что-то, кстати. Подожди, перепрыгни. А это что такое? Что это? Ну вот да, вот да, она не могла. А как бы она натянулась, она же не крутится. Нет, она крутится, подожди. Странно, почему там натягивалась, а тут не натягивалась? Ну ладно. Иди сюда.
Только не в воду. Подожди, подожди, давай боком, 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 быстрее, 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 быстрее. Натянись, 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 Нора, ну натянись. Хватайся, цепляйся, что тебе делать? Лара, плыви, плыви, ты хищник, ты акула, плыви, ты смерть, давай, ты тьма. Давай быстрее, против течения, давай, давай, ты сможешь. Слушай, она может плыть против течения, какого хрена, Лара, у меня к тебе много вопросов. Какого хрена ты можешь прыть против этого течения, но не можешь зацепиться за эту штуку, проклятая? Ну вот что тебе мешает? У тебя, блин, два этих самых есть, женщина. Два. Два ледоруба. Зараза ты такая. Плыви, плыви, хищница! Это все кольчуга, она тянет на дно. Слушай, Мне слишком поздно, что ли? Может, вообще не надо было на последнюю, кстати, цеплять и просто прыгать, хотя нет, далеко. Сильно раньше, что ли, это надо делать? Видимо, да. Пока она не настолько далеко уплыла. Разворачивай. Да куда ты лом... Ну, в смысле, ну... Ну вот и чё, и как ближе-то сделать? Никак. Вот так сойдет. Я думала, прям надо, чтобы она около белой была, если честно. Я думала, она здесь не зацепится. Это же Лара. Ой, ну... Как она против течения, конечно, туда. Занятно. Так, а что там светилось такое? Так, ладно, а тут что такое? Открывается? Нифига, дверь какая большая. А, мы типа все, господи. A golden chalice fit for a king or a prophet. It was made here in Katash. У тебя получилось допрыгнуть, но ты сейчас могла топором подвинуть лодку ближе. Да, там была функция, я не видела. Ну, это не топор, кстати, но... Я не видела, правда. Я видела... Нет, там была функция срезать, если что. Квадратиком там срезать можно, или чем там. Веревку срезать можно. Или там прям реально подтянуть можно было. А как? В смысле? Пойти, что ли, сдохнуть? Повторить? Знание. Ууу, анатомия. Блин, вот это, кстати, навык дикий из геймпада, попасть в это маленькое сердечко. Вы помните, как это раздвигалось вообще? И это забей. Тут даже при каких-то там замедленных моментах. Ну как, здесь замедление не так, чтобы ощутимое. В третьей части. Где-то даже не замедление, это приближение. Вот в третьей части было замедление, тут его что-то как-то нема. Особо. Хотя на этой лодке что-то вроде руля было. Я его видела, когда она стояла вдалеке. Но вот когда я на ней стояла, функцию притягивания я не видела. А вот теперь вижу. Да. А вот почему вот эта вот лодка... Ну, кстати, да. Почему вот эта лодка не отрывается от нее веревка? Почему от той оторвалась, а от этой нет? Эта лодка что, легче, что ли? Слушай, а зачем я иду опять сюда? Там же наверняка есть какой-то шорткат адекватный, да? Веревку, ага. Я просто знаю, когда на этой лодке стоишь, ты знаешь, что сейчас веревочка вот-вот оторвется, надо быстрее зацепиться, ты этот квадрат вообще не видишь. Смотришь только на эту палку с веревкой, как бы в нее попасть. Be a way to get across. Perhaps I could use a rope. Что? Ты уже прошла эту гробницу, Лара, успокойся. А, мы не забыли. Подожди. Так все уже, что тебе надо-то еще? Как выйти отсюда, Лара?
Выход. Где выход? Помогите. Господи боже, зайдешь, не выйдешь. Вот отсюда мы за шортка отсюда. Где выход отсюда, Иван? Ой, шо такой кретинизм? А, не в ту сторону. Вот сюда мы проходим. Все нормально. Надо обратно. Не надо было вот это делать. Вроде бы. Да, потому что вот дырочка. Сусанит меня по кругу, зараза. Резал салат с зеленью для ночного дожора. Одна суши жрет, другой салат. Я, конечно, про еду перед голодным стримером. Вот пойду после стрима шавуху заточу. Всем назло. Жирненькую. Прям на ночь. Куда я иду, господи? Кофе с сухариками. И сразу говорю, стример голодный, сразу, я вино пью, я кофе с сухариками, я салат, я суши, я шашлык еще сейчас, если кто-то напишет, я вообще упаду. Изверги, изверги. Уснуть. Своеобразно получается, я так подозреваю, да? Что здесь делает курица? Jacob, it's a mess up here. There's no sign of your people. Sophia might have taken them into the catacombs beneath the tower. But I've lost contact with her. All right, I'll look for her there. We are almost done evacuating the wounded here. I'll join you soon. Я суп хорошо с компотом. У меня, кстати, тоже компот есть дома. Не так обидно теперь? Ну, как сказать, слушай. Когда голодный... Все устраивает. Ну, Йору, ты не в счет, с тобой и так все понятно. I hope I'm not too late. Меня так деликатно развернули, видели, камерой к ящику. It is our first winter since the Mongol invasion. No more than one in three of us will survive. We once had marble palaces, heated by geothermal vents.
We had the wealth and luxury of an empire. Today, we struggle to find enough hides to keep our children warm, to gather enough roots and berries to feed ourselves. If we are to survive another winter, we will have to adapt. If we do not, then we will feed the soil, and the animals will take back the valley. It is up to us now. Only us. Кстати, как прошла уборка и проверка ее родителями? Хочу умение Йору питаться чипсами, не заработать гастрит. Откуда ты знаешь, что у нее нет проблем? Она же к врачам не ходит, не проверяет. Там может быть все гораздо хуже, чем ты думаешь. It's a reliquary box. Something used to protect and hold relics of the saints. Anything from teeth to fingers to the entire head, this claims to be a relic of the prophet. It's empty. Courtyard's clear. What do you want us to do with these prisoners? Take them out! Don't shoot! We will... Ну все, козлы. Не жить нам. What's our status? It's all clear. Four searching the tunnel. Heads up! Incoming! Больно. На колени, животные. Женщина вошла в игру. Женщина вошла в щит. Ходить тут всякие мужланы. Низшая ступень эволюции. На колени перед богиней. Это шутка, если что. Мало ли. Штуки. Вот где она? Наверху, что ли? Панчертоди, Дрейк прятался за ящиком с фруктами от крупнокалиберного пулемета. Тут и нереально. Тут нереалистично. Ну, здесь наоборот сломалось. Не, в Дрейке тоже на самом деле таких вот моментов хватало вполне. Так. Там, конечно, без капканов. Ну и как бы и в Ларе капкан только в первой игре был. Но они осознали свои ошибки. Эх, оглушитель так и не взяли. Спи с нас! Как раз хорошо сделали. Наверное, специально поставили ящики, чтобы игроки по привычке к ним прижались. Нет, здесь с начала игры ящики разламываются вполне. Я представляю, насколько здесь сложно может быть...
блин. А бошку об его стукнулась, хотя мне казалось, долетает. Я представляю, насколько здесь жестко, наверное, играется на более сложных уровнях. Вот следующий, мне кажется, уже достаточно ощутимый будет. А то, что идет через него, там реалистичное выживание или что-то там такое, там вообще, наверное, ад. Данте Маздай там какой-нибудь, мне кажется, отдыхает. А им насрать, да? Они не поняли, что случилось. Не испортил статистику, 3 хедшота должно было быть. Hold up. These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Don't worry. I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. Что ты в другого целилась? Вот в этого, в правого. Куда ты полезла? Я хотела второго убить. Ешь треугольник жало, куда ты лезешь. Next guy with the Atlas is, he'll know I'm serious. You made your... Bastards. Untie me. I'll kill every last one of them. Easy, Sophia. So much bloodshed. We're losing too many people. Maybe your people have sacrificed enough. It's... all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you. I've got to get the rest to safety. But the entrance of the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. Как человек, прошедший Данте Маздай, скажу, что не так страшен черт, как его малюют, сказал человек, который прошел Hollow Knight на одной жизни вместе с пантеонами. Иди ты в жопу с такими заявлениями, скажу я тебе. Правильно, не так страшен. Слышь? Идите отсюда вообще со своими вот этими не так страшными. Идите, идите. Вас не звали в этот клуб вообще. Что вы здесь забыли? Блин, я не вообще поражаюсь. Это детская непосредственность. Так, где эта стирка, которая ломалась? Она же была где-то тут. Это она? Это она. Ты вообще... Так, не убийца была. О, дурочка. This mural shows the moment they found the valley. It must have looked like a paradise. Да-да. Греческий, кстати, хотя это вроде та же звезда. Нет? А, нет, это не звезда. Я помню с кроватки. А мы тебя вспоминали, да, на стриме. Ну, я. There it is. Maybe I can unblock it from here. Опять меня наводит на бумажки, чтобы точно не пропустил. А это свистящие вот эти наконечники, да, как раз? Угу. Или нет, взрывные. Свистящие где были? В первой части или в этой? Да ты нажмешь мне? An ancient deer charm carved from a stag's antler. It could have been an important object or a child's toy. Мне так нравится это изображение оленя с вот этим вот носом. Это просто что-то. Это вот этот слон морской сразу вспоминается, или как он там. Так, выпрям. Так, что тут? Это лось. Ну, из-за носа кажется, да, но она сказала deer. Вроде она же сказала deer.
Отсюда мы приперлись. Слушайте. Где? Some kind of armory. Она как первый раз сюда пришла. Где? Не. Где? А куда? А что? Что ты хочешь от меня? Слушай, ну это тупичок какой-то странненький. Чего я не вижу опять? Справа мы пришли, здесь окно. А! Господи. Get clear of the door! Ча, подождите. Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Хика, смерти в пантеонах не засчитываются. Ты же понимаешь, что это не меняет ситуации, да? Все, что ты будешь сказано, будет использовано против тебя. Понятненько. Сейчас СН еще с нами. Но я сегодня еще более-менее. Я хотя бы поспал 13 часов. Может, какая-то часть моей болезни все-таки меня покинула. Но голова, я говорю, как ваза. Тяжелая, пусть и красивая, но абсолютно пустая. Прям по нулям. Ну, давай. Плюс здесь до финала не так, чтобы прям много осталось. Добить. Кто-то здесь поспал. Ну, я сейчас, честно говоря, ничего другого делать не могу. I can read this now. And it's pointing somewhere. Господи, что это? Ну возьми бумажку, но ну, она же... А, Лара! The flora of our valley, from the tall trees to the lowly mushrooms, were foreign to our ancestors when they first arrived. It took time and tragedy to learn the language of this land. But now we pass on this knowledge with every generation. The earth offers all we need. There is the healing herb, which you know to seek near sources of water. And in sheltered coves. The birchwood of the forest, straight and true, can be gathered to make arrows. And the death caps, the mushrooms you find inside rotting logs or in dark, damp places, can make a potent poison. Видишь, объяснили, почему они знают английский. Подожди. Сейчас Лара зайдет в здание, оно рухнет. Все сразу заметят. Блин, это же не то. Over here. We need your help.
ту сторону уворачиваешься, что ты делаешь? Больно вообще-то, знаешь ли, дядя. Да, блин. После всего аж третью часть снова попробовать захотелось, честно говоря, я тоже. Я уже сижу и думаю, блин, там скидок на третью часть нет, случаем на консольке, потому что мы пока сейчас, наверное... Это в прошлый раз-то, ну как, на релизе страшно было, потому что, ну там, до сотки ЦП долетало. Другое дело, что на четвертой плочке, наверное, Shadow уже не так хорошо работает, там... Осадочки, я думаю, до 25 вполне возможно кадров. С другой стороны, они здесь бывали несколько раз. Где наш него? Чё, мы после контроля-то не справимся, что ли, с какими-то мелкими проблемами? Я надеюсь, может быть, блин, когда-нибудь Лару вот эту третью будут через плюс отдавать. Так не хочется ее покупать, честно говоря, на плойку. Прям вот покупать. Вот был набор Ларин вот этот вот за 1500, все три Лары. Но, блин, когда у тебя одна куплена, а вторая по PS плюсу... О, мне засчитали. Я молодец, я ничего не делаю, мне засчитывают. Вот в плюсе было бы неплохо, да, потому что ты не будешь же каждые там два месяца переигрывать, чтобы прям держать. А учитывая, что ты плюс покупаешь там, ну не каждый год, но каждые полтора, может два, потому что скидочки рано или поздно случаются. И как раз и плюс взять, какие-нибудь скидки периодически лутать, хотя с каждым покупочным плюсом скидки, которые ты можешь использовать. Точнее, игры, которые ты можешь купить по скидке, их все меньше. Потому что не так много игр тебе на самом деле и надо. И как бы, да, каждый раз потом плюс покупать, ну такой. С другой стороны, потом можно купить вот этот набор с ларами. Вот даже обидно, знаешь. Что вроде как бы уже две есть. Скарим-то будет в планах. Мы, кстати, уже ржали на тему Скарима на этом стримце. Ну, мы сейчас пока просто ждем, просто посмотреть, что там намутит. Бесплатно апдейт будет, как говорят, или нет. О, Джейков. Ой, почему Джейков? Он же Яков. А что ты в своих стреляли? А, он не... это типа наши были, что ли? О, теперь мы это враги. Сейчас прохожу Shadow на PS4. Игра работает идеально, без просадок. Графон нереально красивый. Серьезно? Прям вообще хорошо. Просто я слышала, что там, типа, проблемки есть. Не, ну если так, то вообще зашибись. Но отдельно Shadow стоит дорого. Там все три Лары сейчас продаются за 1400 или что-то такое. Но, блин, первую мы прошли буквально на днях, она у меня куплена. Вторая вот эта полная версия, она у меня по PS Plus. Сейчас у меня PS Plus есть, и мы играем. И, блин, покупать этот набор с тремя штуками, ну нафиг надо. Тем более, как бы, первая у меня есть. Я даже не уверена, что у меня там кто-то законнектится. Хотя вроде запрета нет. Просто если у тебя есть какая-то игра из бандла, то обычно бандл тебе уже не продают, тебе недоступно. А тут как-то нормально. Странно довольно. Уж не знаю, почему так. Мужчина! Где вы? Мужчина! А, вон ты где. Спрятался идти. Да ё-моё! Да вылези ты там! Ой, дядя! Я жаба душит, когда на ПК есть. Ну, смотря что и смотря за сколько, на самом деле. Некоторые игры, да, жаба душит. Вот, например, опять же, третью ларку я недавно допроходила до DLC-шной гробницы. И как бы нормально оно работает, ты можешь вот играть для себя. Другое дело... Ой, Ира, привет! Ира! Подсказка от Иры. Беги туда-сюда. Сюда иди, туда не ходи. Привет!
на спине эти подсказок. It looks like we've got the upper hand. Good work. Those choppers should be in range soon. Ух, экшон. Лара, are you there? Trinity is swarming the tower. We're trapped in the catacombs beneath. Damn! Just hold on. I'm on my way. Босс my father is missing. Рядом. Last night I told him of the invaders and the weapons they have at their disposal. When the sun rose, he was gone. Cyril told me he would be back, but the day is almost done and no one has seen him. I fear he may have done something rash, the old fool. We need him. At this moment more than ever. Это, видимо, когда он как раз попал в плен. Вот. Блин, смотри, как графонистый вообще. Не, дизайн локации в Ларах вообще офигенен. А чё она не отпустила? Я намного раньше отпустила кнопку. Выглядывай скорей. Зараза ты такая. Себе там покидай. Она пару минут на самом деле искать приветики. А жалко. Где эти ворота-то убийственные? А забей. И так сойдет. Че так, кто помнит? Сейчас же уже прям босс-файтик, да, финальный скоро совсем. По идее, вот-вот должен быть. This is Team 5. We're heading into the catacombs. Need some backup here. Got it. On our way. You're damn right I am. Hold this position. Push her back. Keep her down. We'll put you fire. We got a flag. I'm under fire. Мне там еще часа 4? Серьезно? В смысле часа 4? Мне кажется, ты наркоманишь. Кажется, ты очень жестко наркоманишь. Come and try. Come on. Ты не провоцируй, когда придут, я ж так клёвая, но не настолько. Где мужик? Был тот, кто куда пропал. О, не попало, что ли? Не зацепило вообще ни одного, что ли? О, какая жаль. Же еще лука с кое-чем. Ну, блин, типа не на 4 же часа. Hostile spotted.
Jacob. They're gone. Не, ну понятно, что не прямо сейчас Final Fight. Я говорю, он же скоро должен быть, по идее. I fear this battle is far from over. Через 4 же часа. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. Ну, 3. Ну, сейчас выяснится, что ну 2, ну полтора, ну час, ну полчаса. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built Katesh to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. Сними мешок с головы, Яков. We believe it holds a fragment of God's soul. Мы плохо слышим тебя. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral, in the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here. Take this. It will help you reach the cathedral. У тебя на канале еще как раз часа 3. Не забывай, что я тогда тупая была. Загадки по 8 часов решала. Как бы... Давай... Расставлять как бы нормально. Границы, возможно. Так. Вот, теперь она умеет летать на ледорубе. Только то сейчас ей такое пришло в голову, что так можно делать. И говорит, Лара, ну ты даешь. Видишь, Лара тоже учится. Только к концу игры до не дошло. Ну под ноги она так и не научилась смотреть. Ты разве не врезала свой позор? Да вроде нет. Там был не настолько позор, наверное. Это же не гробница в Universary, там, где с колоннами надо было делать. Ох, боже. Что тут за ответвление такое странное? Можно было без полетов, что ли, там пройти? Блин, чё-то там на третью Лару нет скидок? Лара, if you're headed to the cathedral, Trinity will be everywhere. I know, but I have no choice. Хотя чё нам, Лара, мы недавно проходили? So much violence and death. Jacob's people have been through so much. Yet they continue to fight. They are bound by an oath taken by their ancestors.
A duty handed down from the past. But I see a people who simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. If I can find the Atlas, it might lead to the Divine Source. I could take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. They could share the burden of the truth with the world. But if all this leads to nothing, I don't know what I'll do. Ну что, утепляемся? Вижу, вас весело. Я пытался не уснуть в новом Diablo 2. Пришел к вам, чтобы развеять печаль. Чё печаль вдруг? Привет. Все время эбонитовой брони настало. Идите. Побежали. Обдирать деревья. Ну какой кайф. Прикинь просто. Боже, я, по-моему, когда мы еще первый раз играли в эту Лару, я об этом говорил, то что прикинь, была бы какая-нибудь РПГшка, не Dragon Age Inquisition какая-нибудь, а просто какая-нибудь прикольная РПГшка с драконами и даже не Skyrim от третьего лица. И были бы вот такие реально шмотки. Боже мой, я бы усикивалась просто. И знаешь, с таким более-менее хардовым геймплеем, без, ну, с минимумом магии, или чтобы она была какая-то очень, знаешь, тонко настроенная, и с какими-то такими соус-элементами, чтобы было сложненько, или чтобы какие-то боссы были, как в соусах, знаешь, такие тяжеленькие, прям, чтобы ты их сидел и так прям... Не такие жесткие, как некоторые, да, в соусах, естественно, а прям, чтобы ты ощущал их как босса. И прям вообще. И при этом, чтобы был какой-то такой мрачный мир, какие-нибудь тоже леса такие, и были бы и пещеры, которые можно было бы исследовать. Ну, то есть достаточно открытый мир. Может быть, не как в Скайриме, да, вот открытый мир карта, а вот точечный, как в Ведьмаке в третьем, как в Инквизиции, то есть большие локации с переходами. Это намного лучше работает, мне кажется, открытые миры не нужны. А такие псевдооткрытые с вот этими большими локами, это самое оно, потому что можно больше лок сделать, и не нужно придумывать, как там одна лока в другую логично переходит, просто тыкаешь их, и все. Вот у тебя карта, вот он север, вот тебе снежная лока, вот он юг, вот тебе еще какая-нибудь жаркая лока. Боже мой! You're making great strides, young ones. I almost believe some of you might be passable hunters. А теперь закатываем губки, да. But here is where we begin to separate the wheat from the chaff. Today, while the sun is up, we stalk deer. Their meat, their skin, antlers, even their bones are what keep us all alive. Respect the deer, for it is as close to God as we are. Find them by their bedding, where the grass is pressed flat, or near... Вообще, кстати говоря, по-хорошему, в идеале, такой игрой должна стать Elder Scrolls 6. Но когда она станет, когда она выйдет, чего с ней будет? Большой вопрос. Their berry bushes where they feed. Strike true. Don't let it feel a moment of fear or pain. Remember, I will be judging you, and whoever brings me a stag will be judged most favorably. Ну-ну. Найниф продолжает строчить. Боже, я хочу, чтобы Ангорта начала читать «Колесо времени». Я хочу послушать, как ее будет бомбить с баб. Чем мы с Хиной только страдаем? Ну и с Хелен, соответственно. Какого хрена? Ты что так жестоко с ней? А чё? Вот поэтому я не читаю. Нет, ты именно поэтому ты должна прочитать. Зато как хорошо будет вместе коллективно обливать их говном. Не, вообще, на самом деле, то, что они бесят, это в какой-то степени хорошо, потому что характеры живые, они действительно вызывают эмоции. При всем том, что они делают, как какой-нибудь там парашу, они при этом делают что-то хорошее, делают какие-то годные вещи. То есть это не просто, знаешь, такие рыцари без страха и упрека мужики, красавец-колдуньи-бабы. Ну, то есть, как бы, видно, что они совершают ошибки, и это делает их более живыми. Они бесят, у них разные характеры достаточно, они совершают ошибки. Предвзято иногда судят. Реалистично. Что нереалистично, что у них с какого-то хера какие-то невероятные способности после 3 месяцев обучения, вот это, конечно, бесит. Логичнее всего, кстати, как не смешно, выглядят способности у Найниф. А вот у всех остальных...
Мы 3 месяца подраили котлы и всему научились. Прям вызываем метеор с небес, и все у нас классно. Это бесит невероятно. Мужики, вы сбиваете мой монолог. Ох, как его расколбасило. Мужчина, прости, я не ожидала. Целься, женщина, не тупи. А ты чё, я думал, ты сгорел. Догони сперва. Ой. Кстати, я спросил у знатоков колеса про это, почему они такие имбы, мне рассказали, потому что объяснить... Могу потом объяснить, если интересно. Да я догадываюсь, почему. Как бы, ну, там... гадалки не ходи, там понятно, почему. По той же причине, что и с пацанами, скажем так. Но у пацанов это выглядит более удобоваримо. Там это как-то логичнее все. А вот девчонки это бесит. К Найниф вопросов нет, на самом деле. К пацанам, в принципе, тоже. Особенно к Мэтту. К Ранду есть некоторые вопросы. Но там, в принципе, тоже оно объясняется. Но оно как-то все равно слишком быстро происходит. А вот к Мэтту вообще никаких вопросов. К Перину, в принципе, тоже. Он ничего сверхъестественного не делает. Ну, ты понимаешь. А вот Эгвейн... и Элейн это что-то вообще. Особенно Эгвейн. А зачем я это делаю? Даже элемент обучения у Элейн показывали там на кораблях, там всяких вот это все. Ну ты знаешь мое отношение к Эгвейн. Эгвейн. Своеобразная мадам, конечно. Но в пятой книге она меня, кстати, почти не бесит. Найниф в пятой книге начинает опять бесить. В четвертой меня бесила больше всего Эгвейн. Ну, чуть-чуть Найниф. Ну, так они как-то, знаешь, через раз. Элейн, сам... Мин, вот просто конфетка. Самый адекватный из них из всех. Почему ее так мало? I'm in trouble. Big fucking trouble. I've been snooping around, saving a few files for my personal use, and I found a correspondence thread about me. Worse, I think I was supposed to find it. The head of security knows I've been leaking data. Probably known all along, and they're just watching for now, waiting to see what my end game is. I wish I had an end game. I'm gonna die just because I was nosy and stupid. I don't even think this channel is secure now. They could have picked you up already. I'm getting paranoid out here. But this Trinity, they are big, and they're everywhere. And the more I find out, the more I realize how badly I fucked up. So here you go. You were right. Hope I get to tell you that in person. No. Ой, мне, кстати, еще в пятой книге внезапно начала нравиться Лиана, потому что, во-первых, ее стало больше, а во-вторых, она там изменила некоторые свои планы на жизнь. Не совсем по своей воле, но тем не менее. И она прям такая классная стала. Все еще со звездой, конечно, во лбу, но... Вполне. Ранд зато начал бесить неимоверно местами. Даже когда ты понимаешь, почему он делает то-то и то-то, потому что из его башки тоже транслирует. Всем раздражает. Местами прямо все. Ты читала? Нет, еще нет. Я очень медленно сейчас двигаюсь, я последние 1.5 месяца вообще не трогала. Сейчас потихоньку начинаю просыпаться. Тринтерские ночи нет, еще не добралась. Я говорю, у меня сейчас с чтением, блядь, беда. Его нет в моей жизни практически. Что печалит меня неимоверно. Так, ладно, их там двое. Их там трое.
уже не, никого. Да за... Господи, что ты делаешь? И сейчас они прямой наводкой придут ко мне, зная, где я, да? Нет? Нет? Да ладно. Да как ты меня увидел, скажи? Я с января 9 до 4. Ну ты вообще что-то щемишь по этим книгам. Не, я человек настроения. Если вот у меня сейчас не дожит конкретно к этой истории, хрен я буду читать. Тем более после 4 книг монстролога. Я что-то... Я какое-то время еще что-то почитала, какую-то одну книжечку тоненькую прочитала, а потом меня, видимо, догнало осознание того, что я прочитала в монстрологе, и меня что-то накрыло похмелюга вот эта книжная. И я начала переваривать все, что было в монстрологе, и что-то меня накрыло. И я вообще приуныла. И что-то как-то и настроение... И как-то вообще все не туда пошло. Я вроде открываю книжку, читаю, мне, ну, вроде нравится происходящее, все прикольно, классно. Но читаю, какого-то ажиотажа нет, и я понимаю, что, блин, ну так нельзя делать. И как-то не было желания открывать, у меня было желание вот просто сидеть и, знаешь, бездумно залипать в Sims. Это, кстати, плохой знак обычно. Это значит, что у меня какая-то депрессуха наклевывается где-то в мозгах в пассивном режиме. Видимо, мозг хочет отвлечь сам себя и начинает кидать меня в Sims. Или еще в какие-нибудь там Dark Souls и прочее-прочее. Это как-то такое. Это, знаешь, каждый медитирует по-своему, да? Мне, видимо, это так выражается. Так, мне сюда и надо, подожди. Security guards came at night. Knew they would. I crossed a line when I killed the tech from Echo Squad. I knew I shouldn't have, but I couldn't help it. Remnant weren't enough. I needed something... More. They brought me to the windowless room. Vaitish, привет. I thought I was dead. А что, вы закончили? And then Constantine was there. He took my head in his hands and smiled. He told me he understood. He was like me once. I've sinned, but there could be forgiveness. I have been a blunt instrument. Swinging wildly, he told me I could be redeemed. I've got a special skill. I just need sharpening. Trinity can make me a weapon. Point me in the right direction. I almost cried and kissed his feet. I will become what I was meant to be. For Trinity, for Constantine. Сейчас уже закончу. Ну и правильно. Не представляю, как можно с температурой в Pathfinder играть. Ну, у каждого свои моменты. Я, например, наоборот, в какие-то такие вдумчивые игры. Или в те же Souls. Обычно хожу, когда я простываю, заболеваю. Я хз, как-то связано. Видимо, у меня начинает состояние вот такого медленного восприятия всего. И, соответственно, вот такая медленная тягучая игра. Мне как раз вот в ритм попадает работы мозга, я не знаю. А соусы, потому что там, ну, считай, нет сюжета, никаких диалогов. Ну, как сюжета нет, ну, вы поняли. Нет каких-то диалогов тяжеловесных, над которыми надо там задумываться сильно. Ничего такого. Так, а это что такое? Соответственно, ты просто кнопочки бездумно там, грубо говоря, тыкаешь, и оно работает. Бумажку возьми. Да, господи! You'll never find a finer meat than boar. As black as the soil and twice as rich. But hunting the damned things is an unpleasant task, to say the least. Now that the sun is up, we will hunt as a pack, working together to take down a boar. We will strike from the hunting blinds around the valley, for we can spot the boar in the dense undergrowth without being seen. And you do not want to be seen. At least it's not raining. None of you, not even I, want to deal with that cursed razorback. Но в соусах нет сюжета, кроме ББ. Ну, конечно. Угу. Как скажешь? Ты видел ту подставку под книгой, что я кидал? Да, я тебе даже на нее ответила.
Вот так вот, значит, да? Что там долбится? А, это банка моя кинута. Кинутая, господи, брошенная. Ты кинула банку, как ты могла? Так, еще какие-нибудь бумажки? Ой, есть, смотри-ка. И бумажка, и это. Я в диск не захожу почти. Ну и чё ты, Вот. Зайди сперва, а потом уже... Вот это вот. Короче, что там мысль про книжки-то? Я её не закончила. Короче, видимо, сейчас я уже наигралась за кадром между стримцами во всякое. Уже крыша у меня от этого едет. Подожди. И сейчас у меня, видимо, мозг захотел увидеть перед глазами что-то помимо монитора с игрой и буковки, например, для разнообразия. И я начала, наконец-то, читать потихоньку. У меня даже внезапно появилось настроение для Драйзера и его финансиста, который... Офигенно. Драйзер пишет просто замечательно. Но, сика, у него такие раздражающие персонажи. Ты смотришь на них и хочешь, чтобы они сдохли. Вот просто вот тебя они бесят все. Просто ублюдки пытаются обмануть ублюдков. Просто такие твари. Просто читаешь и ненавидишь их. Ой, я случайно не та кнопочка. Господи, прям как в восьмом Резиденте. Сорян. Ну, блин, ладно. Там что-то про Константина было, да? Ну, вы почитали, я надеюсь. Там достаточно долго оно висело. Блин, не та кнопка. Сраный автоматизм. Вот, вот серьезно, Драйзер, он вот любит писать про неоднозначных личностей. Ты сперва читаешь, думаешь, ой, какой он молодец, а потом думаешь, чего ты, что ты думаешь, что в твоей голове происходит, какая ты мразь. Главный герой, финансист, и такая скотина. Причем максимально практичный. Ты понимаешь, что, блин, он крутится, он выживает, он делает там для семьи много всего. Но ты читаешь про него и думаешь, ух ты, мразь. С тобой я бы, блин, жопой на один горшок бы не села. Конечно, в одних кустах бы мы с тобой не сидели. Спину я бы тебе прикрыть не дала, конечно. Читаешь про бабу, в которую он влюбился, и думаешь, ух ты, мразь! Ух ты, шлёндра! Серьезно, как у него так получается? So what did he say? It's not his call, but he's gonna put a recommendation in for us both. Then there'll be an initiation ceremony of some sort. So that's it? That's all he can do? Look, some of those guys were on contract for years before Trinity gave him rank. You have to be patient. There's more to it than performance. Но при этом он очень хорошо пишет. Like what? There's some sort of oath, and then the ceremony. He said we'd find out soon enough. Я его сестру Кэрри так и забросила в свое время. Shots fired! Taking position! I see her! Take her down! Потому что в главных ролях там содержаночка. Которую, соответственно, содержит, она еще права качает то, что... Ой! Ты мне давно ничего не покупал? Ты давно мне не говорил, что ты меня любишь? Ты вообще меня не ценишь? И ты смотришь и думаешь, ух ты, тварь! И мужики, соответственно, там такие же, потому что, ну, это сам факт того, что... Там бабам своим извиняют другим каким-то, либо просто сам факт, что содержит... Такую ручную проституточку на дому, прям на съемном. Ну, отвратительно. Точно говоря, там мужиков, с которыми она мутит, мне нравится, мне жалко даже больше, чем ее. Она какая-то вот такая своеобразная дама. Она, грубо говоря, приезжает из деревни в большой город. Я уж не помню, что там это за город был. Лондон, что ли? Понятно, что 19 век, сложно быть женщиной, все дела. Но она устраивается на завод. Ну, это если что, самое начало игры. Самое... Устраивается на завод, получает там какие-то копейки с первого рабочего дня. И такая, ой, мне это не нравится. Потом мужик какой-то ей говорит, слушай, ты красивая, давай я тебя поселю в доме, и ты будешь жить, вообще ни в чем нуждаться не будешь. А я буду тебя просто любить. И она такая, окей. Лучше так, чем на заводе. И потом он ей купил красивые платья, и она в этих платьях ходила, видела знакомых с этого
с завода и такая, ой, какая красивая, они такие страшные. Ну, тварь, просто что? Ну как вообще? Где у меня там яд был? Один что ли умер? А друга что с собой не позвал? Ой, лошара. Страшно, а я. Вы видели, он, короче, пяточкой наступил в яд, буквально шаг назад сделал и помер. Жуткости расскажешь. Ну, типа, так и было. Вот так вот оно и есть. Невероятно, она меня бесила, эта баба. Да и пацаны там, в принципе, тоже такие не очень. Хотя мне их даже жалко было в какой-то момент. Они тоже, конечно, такие себе. По-своему. Ну, блин. Она... А, да. А вот если ты тварь с совестью, типа содержанка, но такого свинского отношения к окружающим себе не позволяешь. Не, ну там она очень своеобразная. Она вроде такая вся добрая. Причем самое интересное, что, короче, я не знаю, будет ли это прям спойлером. Сейчас, ладно. Illness. Ладно, это, наверное, спойлер, не буду говорить. Почитайте. Well. I keep drifting off, getting lost in memories, lost in thoughts of the day Lord Croft died. How the plan had to shift, how I thought we had failed. And before that, my early days with Trinity. Learning the secret histories of the world, learning that it was our duty to save it. And back farther, to childhood. Constantine and I, with only each other to rely on. And then I ripped myself free, back to the present. I've always done what had to be done. And this time will be no different. Но, с другой стороны, когда вот такие неоднозначные персонажи, как бы они реалистичные, да? Это не просто какие-то, знаешь, хорошие персонажи с тяжелой судьбой, и ты, в принципе, знаешь, что у них, наверное, все в конце будет неплохо. Хотя Джек Лондон доказывает, что ни хрена подобного, все может быть ровно наоборот. Вот. Но, тем не менее, как бы, неоднозначные персонажи, ты про них читаешь, и если у них будет там все не очень, ты как бы порадуешься, если все будет неплохо, ну, глядишь, к тому времени они уже осознают свои ошибки. То есть персонаж растет, персонаж меняется, это очень хорошо. Плюс он пишет хорошо. Драйзер, то бишь. И как бы это клево, что и персонаж вызывает какие-то такие чувства, что ты можешь одновременно и хлопать ему, аплодировать, то, что ой, какой-то молодец, как хорошо все сделал, а в следующий момент думать, господи, ты 5 минут назад нормально был, что с тобой стало? Это делает персонажа живыми, это классно. Тем более, если им есть куда расти, это вообще зашибись. Это очень здорово, потому что открываешь первую страницу, видишь вот такого персонажа. Открываешь последнюю, видишь совершенно другого. Он вырос, он изменился, это класс. Но, блин, когда читаешь, конечно, местами жопа разрывается. Elias and I will attempt to reach the far hills, where the old bear lives. Trinity is still clustered below in the old Soviet base. We will wait until the dead of night to go. It is a great risk, but we know a battle is coming. We'll have need of the medicinal herbs that grow in those hills if we are to survive the coming struggle. Да не, Вайт, еще не так много у меня книжных полок. У меня один шкаф, в который я пока умудряюсь заталкивать как-то книги так, чтобы каждый раз появлялось новое место. Хотя у меня часть книжек потихоньку переезжает в узенький стеллаж. Я уже все, уже не знаю, как там утрамбовывать.
уже совсем скоро пойдет второй ряд, поэтому я сейчас немножечко как-то сбавила аппетиты свои, тем более денег уже на это у нас сегодня. Изготавливайте зажигательный патрон для дробовика. Это интересно, конечно, наверное, не знаю даже. Вот чё? А, угу. А подожди. А тут чё было? А, нет, давай лучше разрывные, лучше. И к тому же, на самом деле, по-хорошему, надо как-то всё-таки чередовать бумажные с электронами, потому что, ну, не все книги, откровенно говоря, нужны, вот, чтобы они прям точно стояли на полках, потому что, скорее всего, часть этих книг ты вообще никогда не перечитывать не будешь. Некоторые книги откровенно одноразовые. Какая-нибудь классика, она, конечно, бессмертна. И вот ее я стараюсь как-то более-менее собирать. Ну вот, как бы, какие-то такие, ну, фэнтезиюшки какие-нибудь, да, вот, цикловые, как это, господи, цикловые, как стоит-то, господи, по-русски. Циклы, короче, фэнтезийные, тот же Джордан, какой-нибудь там Робин Хоп и так далее. Это, как бы, да, у них и обложки красивые, и фэнтези в электронке читать опухники, здрасте. Опасно просто потому, что... Ну как, не слишком опасно. Ну так себе, потому что карты там важны. А в электронке карты особенно не полистаешь, не посмотришь. И вот так читаешь, читаешь, описывают тебе события какое-нибудь, которое происходит там-то, там-то. Хоба книжку перевернул на первую страницу. На какой-нибудь там... кусочек карты. Хоба, сразу понимаешь, где и чего. На электронке ты хрен так быстро сделаешь. А еще иногда их там и не бывает, как это ужасно. Я хочу спать, зачем тут интересно? А вот, потому что... Мы не делаем неинтересных стримов вообще-то. Господи, мне показалось, это дощечка с белыми веревками. Так, а ты куда видишь? О-о-о, чуть такое. Heads up. We seem to have lost contact with the team sweeping the lower valley. Do you have eyes on them? Negative. Possible hostiles? Stealth. There could be radio interference. Она права, подожди, там такой. Смотри, можно было здесь забраться, можно было там, видимо, забраться, да? Ну, типа, да. Вот я бы прыгнула на вот эту штуку и прям на вот эту кусту. Окей. Прикольно. Ритер отлично двигается. Но все равно экранчик маленький. Но это не то. Перелистнуть на первую страничку толстенной книги, чтобы посмотреть карту, это совершенно другое ощущение, чем там с телефончика. Ай, тупая. Я же забыла, что я могу за эти уступы крюком цепляться. Каждый раз забываю. А вот там что-то пытаться разглядеть, там увеличивать. Да ну, такое вообще. Ой, прям отсюда, серьезно. А с другой стороны, иногда так берешь книжку в электронке. Она тебе нравится, и ты такой, блин, хочу физики, а ее нет. Все, понимаешь, до свидания. Possible hostiles? Could just be radio interference, but Constantine's not taking chances. А ты еще жив? Я потеряла. Или наоборот, купишь какую-нибудь книжку, думаешь, ну прикольно было, конечно, но это я могла и в электронке почитать, если что-то пошло. Вот никогда не знаешь. А иногда бывает так, что, блин, удобно и там, потому что, когда ты сидишь, ну, бодрствуешь, сидишь за столом, читаешь вот этот кирпич. А когда хочешь спать, ну, ты же не пойдешь, блин, в кровать с этим кирпичом. В итоге, блин, электронная версия спасает. Ты ее там
На телефончике отправишь, и все, и кайфовенько. У меня так с Джорданом постоянно происходит. То, что я, например, хочу дальше почитать, но не лежа, знаешь, там на спине с включенным светом, там вообще при всех делах вот этих. Вообще, извращенцы слушают книги. Не, я так не могу. Потому что там... Я читаю все-таки со своей какой-то там личной интонацией и персонажей со своей интонацией тех или иных, да, озвучиваю мысленно. То есть, как я их вижу. А там, чтобы какой-нибудь мужик или какая-нибудь баба мне зачитывали со своими интонациями. И это совершенно другое восприятие героев. Ты никогда не узнаешь, как бы ты их воспринимал, если бы ты читал самостоятельно со своими интонациями. Это вообще не то. Блин! О, успела. Чё не пойдешь? Я люблю лежать с кирпичиком. Но мне неудобно это делать. У меня не света нормально. Ну, как бы у меня есть освещение определенное, там хрен как поставленное. Но все равно мне неудобно. Опять же, я иногда хочу... Если я читаю в кровати, я чаще всего это хочу делать, как это ни странно, на боку. А на боку у меня есть определенная поза, очень удобная, которая максимально офигенно подходит именно к телефону. The Atlas is a map. It's supposed to point the way to whatever the natives are protecting out here. The divine source. А лежать там выворачивать эту шею, блин? That's a part I'm not clear on yet. Whatever his source is, it's gotta be something valuable. Нет, не то все-таки. But the company men aren't safe. Здесь же второй вроде чувак был, не? В итоге так и получается, что ты читаешь, думаешь. Единственное, что вот я полностью осознанно взяла его электронки без планов покупать на физику, вот это Корнуэлл и его Шарп, потому что я не очень уверена, что мне понравится. Это все-таки Корнуэлл, но с другой стороны, это Шарп. И я вот вообще не уверена, что это мое. Плюс я читаю его саксонские хроники физики. И что-то как бы там еще 4 книги должно быть, а мне уже немножко надоело. Я уже жду, когда оно закончится. Было интереснее, когда главный герой был еще помоложе. А сейчас там он уже старый, он уже готовая личность, понимаешь? Он никуда там не поменяется. Еще 4 книги читать про то, что он там делает. Блин, что-то не так напомнило. Управление с какой-то другой игры продолжает в моем мозгу появляться. Откуда-то. В итоге Шарпа этого... Да, что такое? Я точно буду читать в электронке и вряд ли буду брать в физике. Тем более, блин, там 21 книга, даже если они по 2 будут в одну пихать. Это все равно что-то больше, чем хотелось бы. Нет. Хотя, с другой стороны, было бы, конечно, красиво такое собрание Корнуэлла иметь. У него все обложки под один стиль сделаны, вот эти кайфовенькие. С другой стороны, на обложках с Шарпом там рожа Шона Бина. Шона Бина я, конечно, люблю. Но я не готова увидеть его рожу на книжках на этих, потому что все-таки это сериальный персонаж. А мне хотелось бы все-таки, чтобы не было привязки к сериалу. Это все равно, что, знаешь, рожу главного героя из Последнего Королевства поставить. Это совсем не то, потому что в книгах герой по-другому выглядит. В сериале он темненький, а в книгах он светленький. Шон Бин вроде там попадает в образ тоже светловолосый, там вот это все. Но все равно. Все-таки, когда ты читаешь, у тебя свое что-то там складывается. И представлять Шона Бина мне, например, было бы неинтересно. А теперь я уже не смогу, потому что его рожа будет везде повсюду, на каждой обложке. Я буду знать, что она там есть. Я и так уже знаю, что она там есть, и в электронке так или иначе будет что-то там, понимаешь? Ох, нифига. Даже когда будет так читать, все равно будет вспоминаться. These ruins hide much. You cannot dig too deep or too fast. The men are trying to be cautious. Cautious? Why? We no longer have time for caution, and I no longer have the patience for it. With all due respect, if all of my men die down there... We are all expendable here, Commander. What matters are results. The stakes are too high. Драма будет с улицы. Так, нет, стоп, я оттуда... Нет, я не оттуда пришла. Просто когда я читаю, то у меня бывает, что я перескакиваю через большие абзацы с описанием, что очень актуально в Джордане. Ты прям их перескакиваешь натурально? Зачем? Поэтому было принято решение слушать. В Герберте та же... О, Герберта. Та же беда. We
Не, перелистывать это вообще что-то кощунство. Даже если не нравится, либо бросай читать, либо читай полностью. Перелистывать, что-то не знаю. No, we're stretched too thin across this valley. If you feel you're being pursued, then I suggest you move faster. На слух я, кстати, очень быстро отвлекаюсь, если что-то происходит. Мне нужно прям сидеть и слушать. А спрашивается, нафига мне сидеть и слушать, знаешь, ручки, лапки сложив, если я могу читать, тем более еще со своими интонациями, чтобы мне никто свои не навязывал. Вот когда ты куда-то там идешь, например, еще как-то с горем пополам. Но все равно не могу. Гизи, привет. And my men will cut you down within seconds. It's the one thing they're better at than you. Shut up, Anna. Don't move. You have nowhere to go. Kill her now. Да подожди, Reconsider my offer, Laura, before it's too late. It was too late the moment you betrayed my family. I'm getting the Atlas, Anna. Something is slaughtering my men down there, Laura. If they can't find it, neither can you. Go to hell! Croft is on her way. Kill her and bring me that goddamned Atlas. Я стою выше тебя. Блин, что-то знакомое. Откуда это? Вы просто не знаете скорость моего русского чтения. Да я тоже не могу сказать, что я быстро читаю, если честно. А, точно, да-да-да-да. That's it. It has to be. An old mural. And those vessels. Greek fire. The prophet's deathless army. Armed with Greek fire. They were unstoppable. Присядем. I'm ahead of Anna now, but I don't know what I've gotten myself into here. Something else dwells in the darkness of this place. But I've got to continue. I've come too far. Anna thinks she knows me. And maybe she does on some level, but she doesn't know everything. And as long as she continues to underestimate me, I might still have the upper hand. Ладненько. Ну, переодеваться мы уже не будем. Это наша финальная форма. Кстати, Ангорта, ты же там немножечко пропускала стримцы. Если ты не в курсе, в этой ларе диодик на геймпаде светится ровно тем же самым цветом, что и вот эта фигнюшка. Я знаю, тебе нравятся такие мелочи. Оп-оп-оп.
Croft continues to create difficulties for us. She's rallied the Valley people from their squalid huts and helped lead them to a series of victories. I wish I could make her understand just how wrong she is, how misguided her ideas of morality are. The world is too flawed for stopgaps. A lone hero cannot rescue it. The idea of revealing the divine source to the world would be laughable if it wasn't so dangerous. Did I think she could be turned to Trinity's side before? Yes. But not anymore. We were close, she and I. There is a bond there, but I think now there is no other choice. She must be broken. And I know she can be broken. I've broken stronger than her. А им что, религия не позволяла более точно перевести как бы текст? Им тут ни в липсинг попадать не надо, ничего, что за полоболоши? Ох, какая музня. Так, как тут? Куда тут? Нырять, что ли? Офигеть. Подожди, ну вряд ли нырять-то там воды-то... А, или есть? Нет, там нет воды. А куда? А как? За что? Dark Souls. Now, Lara! О, камон, она даже не засейвилась. Не, засейвилась, нормально, слава. Вот люблю, на самом деле, игры, где есть автосейв, но если ты умрешь, он учитывает все, что ты собрал там по пути. И это прям хорошо. А, мы в другую сторону пошли, точно. О, no. Сюда надо было. Burned alive. Oh God! No, not like this. Yeah. Who could have done this? Идите, ложе хаоса или как там? What the hell is that? Бог с дерева. They're still filled with creek fire. I wonder if it will still burn. А обычно стрелы хватит? Да возьми ты, господи. Ну красиво. Бэт пещера! Нет, стоп, подожди. Ну чё, ребятки, вы лазите, скрипт. Скрипт! О, етить! Яйцо сейчас кухнется, Лара, не трогай! Не трогай! Не трогай! Ну всё, хана. Понятно теперь, кто все это сделал. Trinity. Это была Лара в 2015 году. В 16-м, кстати, году вышел Quantum Break, хочу отметить. Все сушлось, иди. Ты чё, офигел? Сами ловите.
Ты чё не умер? Жалко, им в ответку нельзя кинуть. Ну давай. Загадка с тенями. The other fire teams reported multiple contacts. We're on our own until the... не могу. Лошара. Всегда работает. Лошары. О, господи. Свет можно? О, господи. Господи, восславь солнце, восславь ядовитые стрелы. А, придурки. Я могу бесконечно смотреть на это, я тоже. Слушай, а вот это... О, нет. Сульфа. This whole place could go up. Got to hurry. Слушай, если так подумать, смотри, вот так встать. Графон Demon's Souls ремейк. Ой, блин, опять эти душнилы, ой. Ой, рученька. Заскриптованная рученька. Я просто в ту сторону плыву. Так, плыви быстрее. It's over. Hand over the atlas. Че, Лару кашка одну должно оттянуть нагрудником. О, дышим. Без баллона, но дышим. Просто я стримчик на заднем плане держу, и тут просто звуки, что кто-то задыхается, и веселый смех Севен. О, ну это не новость. Люблю, когда кто-то умирает в играх, кроме меня. Что тут есть вообще? Потому что если умирает кто-то, а не я, значит, я остаюсь жива. Ты не задохнешься, если ты задержишь дыхание, как мы выяснили в Death Stranding. Здесь, как вы понимаете, такая же логика. Если умирает кто-то, а не я, значит, я остаюсь живая. Логично? Логично. Блин, сейчас будет больно, конечно. Okay. I think I see my exit. Или не сейчас. The statue's unstable. Looks like I'll have to use the Greek fire. Ну давай, давай, мы по... Ну я не тупая, Лара, пожалуйста, давай уж. Just got to take out the remaining supplies. Мне не хватило. Ох ты, зараза.
Got to be more Greek fire vessels I can use. Да он только что взорвался рядом, это не помогло. More Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Oh, fuck! They could be anywhere! We're trapped in here with them! Тихо, паникуем. Не паникуем, дядя. Мы морские котики. Съелась совью. Спорим животики. Ух, набьем. Так, мужчина, пожалуйста, подойдите к краю. Очень надо мужчина. Или к этому, или к тому, хоть к какому-нибудь. Утонувший. Амфибия Крофт. Где-то тут еще один ходил. Они померли уже. Нет? Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Господи, как хорошо в третьей части было, когда она молчала. This must have been where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Когда ты ставил сложный уровень исследования и загадок, и она молчала. Кто-нибудь? Нет, да? Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Да ты за... Ну, боже мой. Это что такое? Почему это можно опрокинуть? А зачем? Враги, что ли, полезут отсюда? Или веточка сгорит? Ну, окей. Так, с чем тебя связать? О, боже! We heard of the prophet's arrival in Constantinople, but we paid it no mind. The great city has always drawn madmen and pretenders to the ear of God. We heard strange tales of miracles of the prophet, but still we did not seek him out. But then we heard him speak, heard the liquid truth of his words roll across the forum of Constantine. He claimed not to speak for God, claimed that no man could. But his wisdom was plain, and not a one of us in that forum could deny that he spoke the truth. I must know more about him. I must hear him again. Got to find a Greek fire vessel first. Что-то такое. Как будто бы отсюда что-то скатиться должно. Got
got to find a Greek fire vessel first. И там тоже, кстати, смотри. И сломать эту надо, и вот это надо. А, вот с чем связать. Блин. Отсюда ведь, видишь, не видно хлопочка. А, отсюда нельзя. Ну, это сломать, это понятно. Мне, видимо, вообще надо отсюда сперва свалить, надо было в другое место как будто выйти. Я тебе сейчас лицо открою. Не, ну слушай, нет, там должно, можно было сделать, что-то я не нашел. Я думала, вдруг нужно сперва найти, и потом она там поплывет откуда-то. Ну, лучше здесь. А может, кстати, так и надо было, да, сперва сюда, потом туда. Так, здесь она что-то забраться, ну, почему? Эти гигантские лодки, конечно, по которым ты ходишь. Так. Got to find a Greek fire. Боже, убить ее кто-нибудь. Или меня, не знаю. Лучше ее, конечно. Ничего не изменило, да? Она еще возвращается, что ли? Нет. Так, ну вот ящички. А, там, наверное, такая же была, поэтому там и штука-то была. Не надо там ничего связывать, просто открыть надо было. Что тут? They есть? Must have been put into storage here, but these containers are broken. Чё-то не думала, что это ящик со штучкой. Я думала, это просто привязать. На стройках можно убавить громкость голоса? Можно. Просто толкнуть в воду вот тут прям нет, да? Ой, там хреновенько. I'll be back this way. Возьми меч. У тебя доспехи уже есть. Надо еще коня найти и вообще зашибись будет. Так, I'll be back this way. Да что? Still more to do here. I'll be back this way. Да, по-моему, надо было так пробежать, потом ты бы там встал, оно бы поднялось. Не? Что-то такое, может быть? Можно же было? Или я просто прыгаю, как не знаю, что? Нет, нельзя. Странно, а где это было? I'll be back this way. Тут еще остались дела. Ну, блин, в смысле? Ну пойдем, пойдем, привяжем вторую хреновинку. Пойдем, пойдем. У меня была такая мысль, но я думала, тебе хватит одной, но, видимо, ты не хочешь прыгать на эту палку, блин, пока у тебя второй не будет. Два бубенца нужно. Давай. Наверное, не знаю. Давай предположим, что так и надо. Давай. Ну хорошо.
Ну это как-то туповато, по-моему, выглядит все, ну? There's still more to do here. I'll be back this way. А это что такое? Псс, извините. Алло? Куда ты пошла? Подожди. Нам сюда вообще, ну? Dylan! Dylan! Shit! Morse! Dylan's gone! Oh, fuck! There! Above us! Up high! Contact! Да, я могу. Голову дай сюда свою. Шапку сбили, теперь голову надо сбить, давай. Ты зря сюда ползешь, дядя. Ой, его спасло от попадания в жопу. Но не в голову. Слушай, я сюда зря пошла, на самом деле. Там не доделала, тут не доделала. Не, верните меня назад. А, не дай... О, да ты что, ты издеваешься, мне думаешь, что? Ой, господи. Анин-пожанин, спасибо большое за рейд. Чуваки, здорово. Я туплю, добро пожаловать. Чё-то я привисла. Как-то 7 часов с температуркой, видимо, я свои лимиты исчерпала. А это что такое? А, это вот как раз вот это вот. Ну вот они мы, да, мы вернулись, хорошо. Не, ну надо, по-моему, от бока прыгать, не? А, не, все нормально. Та же штучка, она ниже, мы вот одну перенесли. Слушай, а в какой-то такой очень похожей загадке нужно было сперва перевесить, потом пройтись. Нормально бы все было. Ой, идите, это сейчас было опасно. Я просто одно движение не сделала. И все, этого хватало. Сама себе что-то придумала, как обычно. Это не то, что я хотела вообще-то. One more support left. Блин. Ну пойдем, ладно. Это была вторая сторона. Ося, не жалеешь? Да не, нормально, еще более-менее идет сегодня. Вчера было хуже. Так, где мы тут? Что мы тут не доделали? О, подписки! Подсказки! Вот сейчас максимально актуально, учитывая, где мы находимся. Where? Подавилась слюнями от радости. Спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать к нам. Чашечка кофе. Надеюсь, не последняя. Ну и, соответственно, празднуем смайлики. Ура. Спасибо большое. Так, что там, где там, куда там... Вон она штучка, я за нее в прошлый раз не дернула. Не, чтобы хотя бы попробовать, да? Вот эта штука не... А, ну ее сперва сломать, а потом... Следующую... Как хорошо, что у местных обитателей было ровно такое количество греческого огня, что прям точно хватило.
Don't think I've cracked this yet. I'll have to come back. В смысле тебе придется вернуться позже? Куда позже-то? Ну оно вот сюда уперлось и сгорело, а должно попасть туда. А чё вернуться? Ты, короче, кидаешь. Перелетаешь. И потом просто бочку привязываешь к вот этой палке. Чё вернуться-то потом? Куда потом-то? Сейчас надо делать. Вернуться потом. Ишь, чё думала? Дурная шо. Вот так вот делаешь. И оно, возможно, даже не летит в огонь. Вот так вот, оп! Магия! Гений! Гений! Вундеркинд! Подсказки лишние, потому что фактически, вот прикинь, человек, который не догадался еще что делать, Лара ему говорит, приду позже, и он идет и ищет какие-то решения другие. А решение-то как бы вот оно уже под носом делает все. Ой, бляха. Ой, бляха, не туда забежали. Нет, нет, стоп, туда, туда, туда. Но я не успела. Стенку не увидела белую вовремя. Бежи! По-русски, пожалуйста. А, по-английски, пожалуйста. Русский-то Лара не знает, как мы выяснили. Тихо. Быстрее, Лара. Я так и знала, что взорвется прям в лицо. На всякий случай, вдруг там где-то цепляться надо. Jacob, I made it. I'm out. Lara, thank God you're all right. Bring the Atlas to me and our observatory in the mountains. I'm on my way. Мы все тут хотим спать. Хотя какого фига, сегодня суббота. Не к чести Дрейка, конечно, будет сказано, что я вот вспоминаю экшоновые какие-то стелсовые моменты в четвертом Анче. Казалось бы, четвертый уже такой достаточно современный. Блин, по-моему, вторая Лара его уделывает просто. Или мне кажется.
Люблю Дрейка, он классный. Персонажи, соответственно, Ванчи прикольные. Ты прям следишь за их судьбами, там семейные вот эти отношения, прям переживаешь. Но едеть, геймплей Лары вот делает Дрейка просто на грани. Что в загадках, что в пристрелках, по-моему. This commemorates the construction of a great city. Китеш. Хиллар у тебя самый любимый. Ну, тут сложно. Первое, мне нравится там больше всего лор, то есть вот этот японский остров, там вот эта вот императрица Пимика, это прикольно. Стражи там всякие. И там финальная битва самая классная. Но там абсолютно тупой сценарий. Лора, are you up there? О! Джона, is that you? Йона. Little bird, you're alive. I knew it. My God, Jonah, what are you doing here? Where are you? I'm up here in some kind of fortress. You can thank Jacob. His people picked me up half dead out on the tundra. I can't believe you came after me. Is that so hard to believe? I told you I got your back. I couldn't leave you out here alone. I'm on my way up to you now. Don't go anywhere. Hadn't planned on it. Be careful out there. Эта Лара, она сбалансированная с побегушками со всякими вот этими. И при этом сюжет здесь достаточно интересный, но здесь финальная битва, честно говоря, всратая. Но тот же Яков, он приятный персонаж. Там Софья вот эта тоже неплохая. Но здесь Клюковка и... Все-таки, да. Но здесь есть Анна, опять же. Она тоже классная. И вся вот эта тема с тем, что она мутилась с отцом Лары. Она на самом деле из Тринити. Там, ну, прикольно. Тоже в какой-то степени семейные вот эти моменты. И при этом ты как бы видишь саму Анну. Ну, местами ее даже жалко немножко. Ну, типа нормально. В третьей Ларе там офигенные гробницы. Сюжет после второй вторичен. Как-то странно бы не звучало. Лара, glad to see you're still with us. Локации вот эти все майя. Нет, не совсем мое. Прикольно. If you can lend a hand, you're always welcome. We know we can trust you. Не так весело. Плюс костюмчики там, честно говоря, не очень. Ну и как-то так. В каждой есть что-то как-то, что-то как-то. И получается самая такая сбалансированная. Это вторая. Если во вторую бахнуть гробницы с третьей, вот это будет просто best of the best, что называется, из лар. Но гробницы в третьей, конечно, слишком хороши. И именно поэтому вот, сложно очень сказать. Ну, так вот, если вот, положа руку на сердце из вот этих последних трех, наверное, все-таки вторая. Гробницы, конечно, я по ним скучаю из третьей, но все-таки здесь бронька прикольная, локации классные, вот это Сибирь. Здесь моменты с вот этим Китежем, который вообще не там, где он должен быть. Но это как бы ладно. Это все еще не медвежий капкан, но поэтому... Церкви. Джона! Так что вторая, наверное. Terrible. Terrible, but happy. Но финальная битва говно. I was right, Jonah. Dad was right. The divine source is real. I... Wish he was here to see this. He'd be proud of you. Sophia told me what you've done for her people. Lara, it's good to see you, Sophia. Jacob is waiting for you in the observatory. Тайгер, спокойной ночи. И он кайфовый. Жалко только тут, что он как бы немножечко просто на... Ну, вы поняли, на кого похож. У него в каждой новой части какой-то новый образ. И их по характеру как-то ощущается. И вообще. The founders of Gatesh were skilled craftsmen. They use this place to you the Atlas. Да, бронька у Лары топовая. Бонитовая, между прочим. Не какая-то там фигня. Джона, try those chains. Got it.
They must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Everything radiates out from this point. That puts the center of the city under the lake. Под озером. Something's not right. Это не в Сибири, идите, мы не там, его на сваливаем. Where the atlas was. It's on the wrong side of the map. Keep rotating it. Stop. That's it. Kitesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine source must be there. How the hell are we gonna get through all that ice? Wait. This path here leads into the city. The cathedral is there, and the tower on the other side. That means the entrance to Kitesh must be here. The entrance to Kitesh is here. You knew. Вот моя зенька. Мне так нравится его взгляд, он как бы с одной стороны ей горд, с другой стороны боится, что она сейчас откроет правду, но когда она ее открывает, он как бы признает ее ум и рад за нее с другой стороны. И опечален, блин, такая мимика офигенная. Руки убрал, скотина. Вот это очень странно. Нафига они его взяли? Лара. О, нет. We don't have much time. It won't be long before Trinity discovers the location of the source. But I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. He risked his life to come here with me. I almost lost him once. Not again. Then go. Do what you must. Они взяли артефакты его за компанию. Ну, блин, вот это странный момент был. Нужно было как-то обосновать, чтобы она еще куда-то двигнулась. Мне кажется, у нее и так мотивации было вполне достаточно. Как непривычно, инглиш озвучка. Все три новые проходил с Ру. Но с Ру. Но нравится даже. Ну, только еще. Тихо. Слушай, ну, кстати, да, по геймплею получается где-то 3 часа. Охренеть там. Я думала, на самом деле, там не так долго. Ну, уже все, пора. София, ты там? Лара! Are you all right? I'm up by the old copper mill overlooking the gulag. I'm about to go in after Jonah. I know the spot. We hid a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. Thank you. Ребят, в оригинальной озвучке эмоции всегда будут живее. В этом прикол, блин, оригинальной озвучки. Именно поэтому чаще всего мы играем в оригинальной озвучке. Типа, вот оно откровение, как приятно, что вы наконец поняли. Ну, как бы вот, да.